В отношении бывшего директора дорожного специализированного учреждения города Магнитогорска Максима Безгодова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки. ДСУ он не руководит с прошлой недели, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Так пояснили нам в пресс-службе городской администрации. По версии следствия, в июне 2017 года Безгодов, исполняя обязанности директора муниципального учреждения, получил от представителя подрядной организации взятку в сумме более 350 тысяч рублей за приемку асфальтобетонной смеси, не соответствующей требованиям по качеству, установленным муниципальным контрактом. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.